Всем здравствуйте! Кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович ушел из жизни 13 июля 2021 года. Сейчас бывший муж Аллы Пугачевой покоится на Троекуровском. Александру Стефановичу было 76 лет. Детей после себя он не оставил, и все его наследство по закону отошло его маме, Едвиге Гиляровне. Мудрая женщина раздала накопленное Стефановичем богатство родственникам. Место упокоения Александра Борисовича находится на Актерской аллее Троекуровского, но до последнего времени выглядело совершенно заброшенным. Холм зарос травой, выцветшие от дождей и солнца венки, лежат уже долгое время. И если не присматриваться к табличкам, то место упокоения Стефановича найти было очень трудно. И вот спустя месяц после публикации материала оказалось, что за столь короткий срок родные Стефановича успели облагородить место и установить памятник. Мемориал выполнили из черного камня, нанеся на него изображение книги и пера, а также портрет Александра Борисовича. Рядом установили вазы с цветами и лампадки. Принимала ли в создании монумента Алла Борисовна, пока неизвестно. Отметим, что на памятнике Александра Стефановича замечена необычная надпись. Такое на плитах встретишь нечасто. Примечательно, что режиссер остался бы доволен таким решением своих родственников. Стефанович при жизни много раз говорил, что не хочет видеть свое отчество на своем памятнике. Об этом желании кинодеятеля рассказала его близкая подруга Мариана Саид-Шах. Александру не нравилось, когда его называли по отчеству. Он считал, что у творческого человека в титрах и на памятнике могут значиться только фамилия и имя. И вот теперь на гранитном постаменте самого Стефановича это пожелание учтено. Красивым курсивом выведены только имя и фамилия – Александр Стефанович. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!